сегодня признали настоящую темную зубную фею панда. Что у нас тут, Киокис? Кто мог подумать, я снова тебя встречу. Чё творим, бро? Меня зовут Царь Кионис, и пробуй не поверите, сегодня на жесткое видео. Потому что сегодня я призываю настоящую темную зубную фею панда. Вы будете удивлены, но сегодня у нас реально жесткий призыв. Окей, панда, я думаю, помните, что в одном из прошлых видео мы разрезали Салли Фейс. Мы с него вытащили просто такую жуть, панда. Там были настоящие волосы Ларри, а еще зубы Ларри, панда, вот один из них. Я на всякий случай приберег один. И сегодня нам, панда, очень даже понадобится. Для призыва темной зубной феи нам нужно использовать вот этот вот маркер. Вот этим маркером мы должны разукрасить вот этот зуб, после чего темная фея должна прийти просто. Смотрите, какой этот зуб, это шесть, панда. Окей, Настя, сейчас будет его раскрашивать, ты готова? Да, я готова. Давай тогда. Окей, супер, панда, пока Настя разрисовывает, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, панда, я использую эту куклу Вуду на больную утопленника. Просто посмотрите на нее, это такая жуть, панда. За 10 тысяч лайков я сниму новое видео, где я буду использовать эту куклу Вуду на больную утопленника. Думаю, это будет интересно, супер, панда. Окей, эту куклу Вуду я положу назад, на всякий случай спрячу. Черт, шапочка. Окей, панда, пусть она лежит так, чтобы никакой монстр ее не нашел. А теперь меня, панда, Настя все еще рисует. Ну как? Рисую. Окей, панда, пока Настя все еще рисует, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь перед время Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не нравится быть под нами. Так что, бандит, подписывайся на мой канал, и тогда ты будешь самый сильный бандит на ютубе. И бро, кажется, Настя уже дорисовала, да? О, господи, посмотрите, какой он черный, Суприм Банда, это просто жесть, черт! О, господи, банда, это просто жесть, гляньте, он вообще черный! Это жесть, я никогда раньше не видел таких черных зубов, думаю, вы тоже не видели! Господи, какой же он стрёмный! Окей, Суприм Банда, знаете, что я думаю, что нужно нам сейчас сделать с этим зубом? Показать той самой темной зубной феи, банда, думаю, она будет очень удивлена! Вы не поверите, но у меня есть её номер, и мы дождемся 3 часа ночи, банда, и я позвоню той самой фее, погнали! Окей, Суприм Банда, вы не поверите, на часах реально 3 часа ночи, это просто такая жесть. Мы сейчас реально позвоним этой самой зубной фее, даже вам сейчас покажу, что у меня реально есть этот номер. Окей, буду, у меня реально в телефонной книге есть номер зубной феи, видите, злая зубная фея, там написано. Номер я вам, естественно, не покажу, но знать, он у меня реально есть, это просто жесть. Окей, теперь мне падаем, расскажу легенду этой самой зубной феи. Как говорила в той легенде, это обычная зубная фея. То есть она раньше тоже приносила всем деньги за зубы. Но в один момент она поняла, что больше никто ее не благодарит. И все только ждут для нее деньги, ничего другого. То есть никто не радуется, когда у них забирают зубы, все просто радуется деньгам. И когда она это поняла, она стала злой зубной феей. То есть теперь банда, она приходит только за черными зубами, такой, который мы сделали сегодня, банда. То есть она приходит только за теми зубами, которые убиты кариеса, полностью больные зубы, банда. Это жесть. Окей, специально сегодня мы раскрасили этот зуб в черный. И думаю, банда, что же можно показать этот черный зуб нашей зубной феи. И посмотрим, что тогда она нам скажет, и придет она в наш мир за этим черным зубом. Окей, Настя, а ты ложила зубы под подушку, чтобы зубная фея давала тебе деньги? Да, конечно. И как она тебе давала деньги? Да, приносила, но мне кажется, это были мои родители. О, черт, это жесткая, если это были родители, панда, на сегодня мы проверим, ли реально существует та самая зубная фея. Я думаю, у нас все получится, панда. Окей, здесь мы готовы, сейчас будем звонить зубной фее и показать ей наш черный зуб. Окей, Суприм Банда, подумай только, мы сейчас реально набираем ту самую зубную фею. Это просто жесть, реально темная зубная фея, окей? Я набираю, панда, господи, тихо. О, черт. О, господи, ты есть та самая зубная фея, темная зубная фея. Да, я любил деньги, которые ты мне приносила. Но я не помню, что было такое страшное, как сейчас. Господи, ну почему мне просто не продолжили ходить собирать белые зубы? Все были довольны тобой, ты приносила деньги, все были рады. Почему именно черные зубы? Почему ты стала плохой? Зачем это все? Окей, то есть тебе нравятся вот такие вот черные зубы, да? Ты хочешь этот зуб, скажи мне? О, у тебя есть черный зубик. Отдай, да. Я отдай его скорее. Носи под подушкой, иди возле гостей. Я уже выхожу за ним. Окей, какое же будет вознаграждение? Что ты мне сделаешь? Заберешь черный зуб и дашь много денег? Что еще? Ты просто бесполезный, ты ничего не будешь, ты обычная фея. Господи, банда!
О, господи, Панда, она отключилась, это просто жесть, вы это слышали? Она реально ненормальная, черт возьми, что происходит? Окей, теперь меня, Панда, вы должны положить этот черный зуб под подушки и оба с Настей лечь спать. Надеюсь, она реально за ним придет. Окей, Панда, тем временем мы теперь реально должны ложиться спать. И уже положить кому-то из нас этот зуб, думаю, я положу его себе. После чего Панда я должен сам увидеть ту самую темную зубную фею. Мне интересно, о чем же она говорит, почему она так вдруг меня хочет увидеть? Настя, ты готова идти ложиться спать? Да, я готова. Окей, Панда, мы идем ложиться спать, надеюсь, вы тоже готовы. Окей, Настя, тогда ты ложись в этой большой спальне, хорошо? Да. Иди тогда ложись, а я пойду лягу в той. Окей, суперпанда, это просто жесть, мне все еще в это не верится. У нас реально темная зубная фея. Я просто в таком шоке. Окей, я ляжу здесь спать, и скорее всего, что я положу себе этот самый темный зуб под подушку. Смотрите, ложу реально этот черный зуб себе под подушку. По идее, теперь зубная фея должна прийти ко мне. Это просто жесть, мне все еще в это все не верится. Панда, тем временем погнали спать. Насте под подушку и посмотри, что будет тогда, чтобы я смог соснять, как же эта темная фея появится. Мне интересно, какая будет реакция Насти. Просто на себе не очень круто проверять это, а на Насте смогу проверить, даже возможно тогда ее спасти. Окей, Панда, здесь вы готовы. Настя спит вот этой вот спальне. Черт, вот этот самый черный зуб. Нужно тихо открыть. Господи, окей. Вот теперь Настя суперпанда выйдет, ведь это просто жесть. Господи, окей. Теперь тихо ложим этот зуб под подушку. Господи, окей. Настя спит, черт возьми, подушка сюда вот так вот. Черт. Точнее, Панда, я оставлю свой телефон здесь, чтобы он снимал все, что будет происходить с Настей. Я вот так его куда-то сюда поставлю, по идее, тоже снимать суперпанда. Окей, что же, уходим теперь, идем, что будет дальше. О, черт, это реально жестко, Панда, мне все еще в это все не верится. Мы реально призываем настоящую черную зубную фею. Подождем, что будет дальше, посмотрим, что будет происходить с Настей. Суперпанда, знали бы, как я не хочу узнать, что же хочет со мной сделать та самая ведьма. О, черт, Настя, что-то случилось, суперпанда. Нет, нет, только не это, черт. Эй, Настя, что случилось? Что, что? Она была здесь. В смысле, она была здесь? Да, я ее видела. Это просто жесть, Настя, как она выглядела. Она такой с большим носом, черная, я очень испугалась. О, черт, это просто жесть, то же самое, что вы видели в видеозвонке, суперпанда. Господи, она реально пришла. Господи, почему она пришла ко мне? Я не знаю, Настя, черт возьми, суперпанда, это просто жесть. Погоди, она не могла так просто прийти ко мне. В смысле, о чем ты? О, господи, нет, погоди. Сережа. Что такое? Я же просила. Ну прости, просто я не хотел узнать, что она хочет со мной сделать, помимо того, что принесет мне деньги. Конечно! Да, я явно этого не хотел. Окей, если тебе будет так легче, я готов ложиться с тобой вместе спать и себе под подушку положить этот самый зуб. Давай! А черт, окей, тогда давай. Это просто жесть, суперпанда, я все еще в шоке. Зубная фея, как Настя говорит, темная зубная фея реально пришла. Только вы думаете, Свет, это такая жесть. Окей, суперпанда, это просто жесть, мне все очень в это не верится. Настя говорит, что к ней реально пришла та самая злая фея. Я в таком шоке, суперпанда, вы просто в это не поверите. А что если бы на Настином месте был я, что бы она тогда со мной сделала? Большая вероятность, что она могла бы меня даже убить. Панда, вы только вдумайтесь в это. Я явно не хочу, чтобы она меня убила. Но, Панда, я знаю, что вы очень хотите, чтобы я лег спать и положил этот черный зуб себе под подушку. Настя тоже уже этого хочет. Просто вдумайтесь, Панда, если положу этот зуб себе под подушку, она может сделать со мной все, что угодно. Тем более, что она откуда-то меня знает. Мне этого уже реально не смешно. А сама она по видеозвонку сказала, что мне ждет еще какой-то сюрприз помимо денег. Мне это вообще не нужно, Панда. Ведь она меня может просто убить. Это будет ночью, когда я буду спать. Я даже не смогу как-то не отбиваться, потому что я буду просто сонный, даже не пойму, что это она пришла. Тем не менее, Панда, я думаю, вы готовы, чтобы я положил этот черный зуб себе под подушку и посмотрел, что же будет со мной, когда придет та самая фея. Окей, это просто жесть, суперпанда, мне все еще в это не верится, вы просто сейчас играете с моей жизнью. Окей, вот зуб, я ложу его себе под подушку, посмотрите. Дальше мы ложимся спать, и возможно, к нам сейчас реально придет та самая злая фея. Ну что, ты готова? Да, давай. Погодите, там кто-то звонит! Это злая зубная фея!
Что ж, Сергеонис у меня. Только вот вы меня хотели обмануть с тем зубом. Это не настоящий зуб. Вы просто его покрасили. Или же у меня дырки все свои испорченные зубы. Или я испорчу все зубы Сергея Панисы и заберу их. Надеюсь, денег вам хватит за тот несчастный зубик. У меня будет намного больше. Это просто жесть. Вы слышали, что она сказала? Что если я больше никогда не увижу Сережу? Тем не менее, вот коммент из прошлого видео. Если ты хочешь попасть в следующее видео, то нажимай лайк и колокольчик. И подписывайся на канал, чтобы вступить в Суприм Банду. На этом все. Пока, Суприм Банда.